Очень простая в приготовлении закуска. Грибочки действительно готовятся быстро и легко, получаются нереально вкусными. Закуску можно подавать к праздничному столу или на семейный обед-ужин. В оригинальном рецепте указано, что можно добавлять еще и ягоды можжевельника, а также укроп, но это все по желанию. Закуска получается отменной и очень быстро съедается. Тяжело сказать, сколько она может храниться в холодильнике, ведь она такая вкусная, что невозможно ее долго хранить. Попробуйте этот простой рецепт приготовления грибочков по-венесуэльски, вам понравится. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовьте необходимые специи. В глубокую сковороду кладем промытые и порезанные шампиньоны, специи, чеснок, пропущенный через пресс, вливаем воду, уксус и масло, накрываем сковороду крышкой и ставим на средний огонь. Помешивая, доводим все до закипания, затем убавляем огонь до минимума и готовим еще 15 минут. Кладем грибочки в стерилизованную банку, заливаем маринадом, закрываем крышкой, ждем, пока остынет, и отправляем на ночь в холодильник. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вкусняшки, подписавшимся. Вот из чего готовим блюдо. Шампиньоны, 600 грамм. Уксус, 1 столовая ложка. Вода, 1/3 стакана. Масло подсолнечное, 1/4 стакана. Соль, 1 чайная ложка. Сахар, 2-3 чайных ложки. Чеснок, 3 зубчика. Перец горошком черный, 10 штук. Гвоздика, по вкусу. Лавровый лист, 5 штук. Укроп, по вкусу, по желанию. Количество порций, 2-3. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Я рада гостям.